Сотрудники наркоконтроля «Главка» при поддержке спецподразделения «ГРОМ» задержали 41-летнего саратовца, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений. Для каких целей? Курю я ее. То есть для личного употребления? Да, для личного. В квартире мужчины по улице Азина оперативники обнаружили плантацию конопли. В общей сложности стражи порядка изъяли 22 куста запрещенных растений. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, дежурная часть, Саратов.